Привезли вчера вот эту историю, кофемашину DeLonghi, что-то EB3000, по-моему, если не ошибаюсь. Первое включение я только что достал. Вот. И сейчас мы первое включение произведем. Итак, отсюда достаем блок, набираем сюда воды по до максимума. Вставляем сюда внутрь. Здесь у нас это лоток для приема кофе остатки, да? Лоток необходимо поставить, ну, емкость поставить в лоток, и мы сюда ее закрываем. Бак с водой вставляем внутрь. Окей, вставили до конца. Здесь у нас есть ложечка. Ложечка у нас для... Сюда засыпаем молотый кофе. А вот здесь, где... Как ты открываешься? Вот. А сюда насыпается уже... Это помол крупнее, мельче. И сюда засыпается уже зерновой кофе. Окей, в розетку мы уже включили. Что необходимо сделать? Открываем капучинатор. Ставим под него емкость. Достаем капучинатор. Может быть, сюда его поставить. Закрываем. Ну, например, вот так, окей. Сзади у нас находится выключатель. Выключатель мы включаем. Розетка уже включена. Включили. Индикаторы начинают мигать. Индикаторы. И необходимо против часовой стрелки повернуть. Вылится примерно 100 миллилитров. Начинает мигать. Когда начинает мигать, необходимо закрыть. Немножко туго ходит, но, может быть, это и к лучшему. Закрыли. В общем-то, и все. Первое включение у нас произошло.